Также перейдем к темам, финансовым темам. Крупнейшие центральные банки в уходящем году повышали процентные ставки как никогда быстрее и масштабнее, чем, по крайней мере, за последние два десятилетия. Таким методом чиновники боролись изо всех сил с разбушевавшейся инфляцией. Анализ агентства Reuters, впрочем, в обзоре нашего виртуального коллеги Айсанша. Айсанш, тебе слово. Здравствуй, Жалгас. Центральные банки, осуществлявшие регулирование 10 наиболее активно торгующихся валют, за весь год в сумме подняли ставки на 2700 базисных пунктов, показывают расчеты Reuters. Все крупные центральные банки, кроме Банка Японии, повысили ставки в этом году. ФРС, ЕЦБ, банки Англии, Австралии, Норвегии, Канады и Швейцарии повысили свои базовые ставки в совокупности на 300 базисных пунктов. Если посмотреть на ужесточение в США, то оно, по сути, является одним из самых резких за последние 20 лет, отметили эксперты в беседе с корреспондентами Reuters. Между тем, появилось больше свидетельств того, что цикл ужесточения на развивающихся рынках замедляется. В декабре 5 из 18 центральных банков повысили ставки в общей сложности на 260 базисных пунктов. Центральные банки развивающихся рынков в этом году повышали ставки 90 раз. Почти втрое больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, большинство повышений провели азиатские регуляторы, которые отстают от коллег из Латинской Америки и Европы. Коллеги. Спасибо большое, Санж, за...